Всем привет! Меня зовут Настя, и вы на YouTube-канале Toscana Bags. Здесь мы обсуждаем моду, тренды и, конечно, красивые итальянские сумки из натуральной кожи. И раз уж мы говорим о трендах, то сегодня я хочу рассказать вам про самый модный цвет осени 23 и зимы 24 года. Кто догадался? Фуксия, оранжевый. Нет, конечно же, это красный. Насыщенный, кровавый, алый, немножко роковой, очень притягательный и очень акцентный. Я скажу честно, что красного цвета очень давно не было видно на модном небосводе. То мы носили пастельные оттенки, то в моду вошла яркая фуксия. Потом пришли бежевый, тауп и минимализм. И вот красный триумфально возвращается. Недаром один из его оттенков, Институт цвета Pantone, даже сделал цветом 2023 года. И я смотрела фото с подиумов, действительно было очень много одежды и аксессуаров красного цвета. Причем обыгрывали его именно в такой роковой стилистике с черным цветом. Ну и, конечно, мы в Toscana Bags готовы к новому сезону с лихвой. У нас очень много красных сумочек, сейчас покажу вам несколько моделей. Вот, например, одна из моих любимых. Это сумка среднего размера, очень минималистичная, выполнена из зернистой кожи. У нее вот такой вот ремешок, чтобы было удобно носить на плече. И в комплекте также есть сменный, подлиннее, я вам его потом продемонстрирую. Здесь интересные детали в виде таких кисточек. Сумка закрывается на две магнитные застежки, и здесь есть молния. Внутри одно отделение, есть кармашек на молнии, кармашек открытого типа и... Здесь есть два дополнительных кармашка. Вот так сумка выглядит на длинном ремешке. Она немножечко в стилистике 90-х или нулевых, и мне кажется, в деловые образы очень классно впишется. Для тех, кто любит сумочки поменьше, вот такая вечная классика в стиле Шанель. Знаменитая стежка. Здесь знаменитая цепочка, фурнитура золотого цвета, что выглядит очень нарядно. Наши любимые образы с черным, я прямо представляю, как это вписывается. Внутри у сумки одно отделение, она небольшая. Здесь есть также кармашек. Ее удобно носить на цепочке в варианте кроссбоди, или можно взять как клатч с собой на выход. Еще один вариант на каждый день. Вот такая сумка полукруг. Она выполнена из зернистой кожи, у нее тоже золотистая фурнитура, что добавляет нарядности образу. Здесь такой замочек. Внутри сумка дополнительно закрывается на молнию. Здесь один отсек, есть кармашек, он на молнии тоже. И, конечно, в комплекте есть длинный ремешок, чтобы носить сумочку кроссбоди или на плече. Вот так сумка смотрится на плече. И благодаря своему размеру и своей универсальной форме ее можно вписать как в офисные образы, так и в повседневные. Для тех, кто не любит золотую фурнитуру, есть наша новинка. У нее фурнитура в оттенке темное серебро, и сумка очень хорошо держит форму, что тоже подсобирает образ. У нее, кстати, очень интересное скошенное дно, и контрастным цветом обработаны урезы. Сумка закрывается на клапан, здесь две магнитные застежки. Есть также дополнительная молния. В комплекте ремешок подлиннее, он не регулируется, мы сейчас его с вами примерим. Одно отделение, один кармашек на молнии. На коротком ремешке сумка смотрится вот так. И сейчас покажу вам его в длинном варианте. Вот так она выглядит в варианте кроссбоди. И, как я уже говорила, ремешок не регулируется. Кстати, помимо трендового красного оттенка, у нас есть огромная палитра в наличии. 16 оттенков. За самыми красивыми, красными и не только сумочками мы ждем вас на шопинг в Toscana Bags. У нас есть шоурум в Санкт-Петербурге на станции метро Гражданский проспект. И еще есть магазин на станции метро улица Дыбенко. И, конечно же, у нас есть свой сайт. На нем вы можете заказать сумочку в любой уголок мира. А по России при помощи Почты России мы доставляем сумки бесплатно. На этом у меня все. Пишите, как вам красный цвет, любите ли его, носите, захотелось ли себе красную сумочку. До новых встреч!